Ну что, всем привет, Idle War, свежак, вот буквально обнова вышла, и мы уже врываемся. Летнее путешествие, первой строчкой мы видим, героический синтез, из-за рассеивания, значит будет жарко, особенно если мы вот сюда зайдем. Все сундуки. Чуть ли не легендарные, а может даже и легендарные. Короче, сегодня будет жир. Будет жир, и мы его сейчас будем делать. Ну, во-первых, в кубике. Радует нас этим летним путешествием. Мы всегда жируем, мы всегда покупаем максимум. Ну, награды все стандартные. Вот, здесь. А, вспомнил. Да, прикольная тема. Как ее тут? Подождите, я забыл. А как ее выбирать-то? Понял. Приколюху понял. Ну да ладно, пока что так положим. Так, героический синтез. Вроде все стандартно. Приз за рассеивание. Тоже стандарт. Ой, здесь не могу не обменять эти сундуки. Обмениваем. Само собой. Древний сундук. Ну да, легендарные сундуки у нас. А здесь остатки монет можно обменять. Можно было докинуть, ну ладно, я обменял. Все равно там не хватало. Ну и в зове раз, естественно, мы сейчас все сделаем. Ну давайте с вами, обычно я на стоп ставлю. Но сегодня без всякого стопа. Ох, так. Давайте посмотрим сначала, что есть. Кстати, обратите внимание, какие сегодня пушечные герои. Просто зацените. То есть вот начиная с Евы и заканчивая с Клаем. А с Клаем мне точно нужен, потому что этот герой прямо пушка. Мы его сейчас обменяем. Ну, ключ, конечно. Ключ, без сомнения. Топовая карта, берем ее тоже. Так, надо вот с этой молнией. Четверок. Все, забываю выучить, как они называются. Так, это рейнджер. Маг. Воин. А, ассасин. Сколько штук? Три, да, надо? Один у нас есть. Три штуки. Все, ассасин полетел в бой. Погнали сейчас далее. Сейчас самый будет топ. Это будем кубики кидать. Если удастся... Ну, повезет. Ну, давайте, знаете, вот эту дамочку закинем. Фуфловую. Или приз за рассеивание сначала сделать. Даже не знаю. Давайте его сделаем сначала.
А потом уже с спокойной душой пойдем. 10 сундуков. В общем и целом, можете посмотреть, что здесь выпадает. Не каждый день такой контент. Да, немного шумно, но трудовые будни, точнее пятница, дают знать. Предлагаю сюда закинуть остатки сундуков. Ну и пускай они рассеиваются. Так, ну что, сколько это часов? 240 часов, 10 сундуков по 24 часа. Ну и здесь осталось 60 часов. Ну ладно, добьем в конце недели. Добьем. 240 часов, как быстро прошло. Кайфово на самом деле это ивенты, что они их делают вместе. Мне очень нравится. Давайте соберем. Надо битву тоже будет заприметить. 400 очков. Смотрите-ка, 700. Алмазов дают. Не, ну и вообще, когда алмазы дают, это классно. К сожалению, вот здесь вот 10 источников жизни не выпадает миссиям. То предыдущий выпуск смотрел по Idle War. Я там долбил. Так и не выпали семизвездочные. А уже не знаю, что делать. Ну и все. Купили. О, можно вот за 2,5 вот это купить. Но это топ жир. Думаю, пока не надо. Так. 5700. Ага, мы можем здесь поставить. Для Евы, МНПО. А давайте вот эту возьмем. Да. Для склая, для этого. Что, выпало? Да ладно. Охренеть. Ну что это за денек такой сегодня? А поменять нельзя? Жаль. Не, ну это классно. Видели, да? В первой же десятке. Ну, будем, значит, ему ставить. Но мы его будем прокачивать. Кстати, тоже неплохо. Для Лизы. Так, а как я этому могу поставить? Чуваку? А. Алый наблюдатель. А у него он уже есть. Что, он автоматически встает? Можно ли как-то развить? Ага, можно, только нужна повторка. Ага. Понятно все. Ну, смотрите, 449 тысяч. Ну, эти, конечно, у меня пушечные. Ребята, ну, Элиза вот вкачанная. А что, у меня, получается, команда сильнее стала, если автоматически эти штуки добавились. 28 453, да? Правильно?
Странно, созвездие. Почему-то не выбрано было созвездие, ну ладно. Оно же тоже дает прибавку. Какую-никакую. Ну ладно. Пойдет. Пойдет. Ну что, погнали? Сюда. Кидать кубики. Будем держать кулаки, хотя бы 40 очков поднабрать. Видите, к сожалению, здесь кубики, которые мы не истратили, они не переносят. Поэтому каждый раз ивент надо выполнять в ноль. Ну и скидывать цветные желтые вот эти кубики. Тоже. Всегда. Блин, что-то не акти как-то. Разгоняемся. Давайте, давайте. Опа. Кролика. Бам. Давай. Оп. Неплохо. Ну, слушайте, пока как-то слабовато, мне кажется. Ну, может, конечно, кажется. Мы еще за оставшиеся, на самом деле, 5 дней сделаем тут дело. Мне кажется, народ, знаете, как делает? Покупает вот всякие вот эти ништяки и тут бросают они. Блин, сегодня что-то не попасть на поле, где этот кубик запасной. Странно даже. Давайте 80. О, попали. 80 может удастся набрать. Ага. Вот это уже радует. Не, ну 80 мы набрали. Хорошо идем. Так, один. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, на сегодня вот так, 94. Ну, 120-то мы наберем, всяк, 160, не знаю. Пуп-пуп-пуп-пуп. Что еще здесь можно сделать? Награды можно получить. Опять же, осколки. Элиты. Когда-нибудь будем эту элиту призывать. Думаю, уже в следующий ивент, где это нужно делать. Ну что, нравится вам такое? Напишите, не забывайте. Пообщаемся, расскажу, покажу, может, что-то интересное. Потому что здесь на самом деле локаций половина мы не смотрим. Хотя, казалось бы, можно тут залезть в некоторые места, побиться, поразвиваться, но мы как-то не особо туда двигаемся. Ну, сейчас вам для примера покажу, где мы особо не участвуем. Ну, страна чудес, наверное, это первая тема, где, в принципе, можно поучаствовать. Штурм откроется потом. Вот. В башне мы не бьемся. То есть в темный бьемся, в башне раз. И в башне чудес вообще не бьемся. Так. Вы будете удалены из рейтинга после смены уровня сложности. Блин.
А какой? Я не хочу. А как назад? Пофигу. С какого-то рейтинга меня удалили, я не знаю. Хотя первый уровень был. Так, ну здесь... Я не знаю, сокланы вообще вот это лупят что-нибудь, не лупят? Почему они пробить не могут? Не знаю. Тоже напишите, кто в курсах. Почему никак не пробивают локацию? Или им просто не пробить? Тупо не зайти? Такое тоже ведь бывает. В данном режиме, может, только мне доступна тема. Так, ну и здесь 7-звездочных опять нету, ладно. Не будем обновления здесь делать. Фишки казино. Покупаем. Призыв. Кто-нибудь упадет, нет? Никто не упал. Ну и ладно, как говорится, не упали, и бог с ним. Здесь, конечно, рейтинг тащить бы хорошо бы. Может, сейчас покидаем, пока здесь мало народу. Видите, пока в топах здесь маленькие все. Можно и попробовать поатаковать. 49 очков. Такие ребята здесь средненькие. Так, здесь, смотрите, 199 очков. Первое. У меня рейтинг, счет здесь, конечно, небольшой. Вот. Это вторая локация, если что. Поэтому давайте пробьем. 92, где-то мы здесь, да. Ну, вот такой вот выпуск получился на сегодня. Я думаю, достаточно. Все посмотрели. Ну, на этом будем, соответственно, завершать. Всем удачи. И, конечно же, комментируйте. Пока-пока.